свою точку зрения. Мне какая разница? Там подняли, не подняли. Тебе какая разница? Все, продолжаешь работать. Давай еще раз. Насколько это повышение критичное для конкретных денег, вот, для здоровья, для спортсменов? Вот что вам нравится, что это будет нравиться? В принципе, у тебя ничего не изменилось. Расскажи мне впечатление самого смысла, как у тебя сегодня в России. Ставим хорошие цели, задачи перед собой на этот сезон. Ну я вам не нужен, да? Нет, я не очень нужен. Все, хорошо, стоим. Там тебе не будет. Свободно. Тебе то же самое, наверное. Держи вопрос. Да, да, да. Пошел немножко глобальный союз чемпионов. Хорошее шоу. Выступают большие спортсмены, мастера, мы на них равняемся. Может быть, это чужой. Ника, ты тоже будешь еще? 14 числа отдых. Я тоже отдых, 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 отдых. 14 вы не катаетесь. Вы полностью отдыхаете. 15 начинаем пахать, готовимся. И начинаем учиться разговаривать. Буду с вами проводить мастер-классы. Да. Потому что вы, конечно, катастрофа. Мы ничего не боимся. Вот я опоздаю. Спасибо, человек. Здоровья. Не бал... Вот сегодня в гостинице, да? Не балдеть там. На койку, в кровати дрыгнуть. Останавливаться. Давай. Те же самые вопросы. Поехали. Как вы относитесь к повышению возраста фигурных катаний? Я хочу сказать по поводу повышения цен тяжелого возрастного. А мне кажется, это очень здорово, что подняли. Потому что у нас, если посмотреть, ну 15 лет и девочки заканчивают. 15 лет, 16 лет их нет. Мы возьмем несколько циклов олимпийских, да, выступали 15 лет, 16 и все. А где борьба? А где превозмогание? Да, конечно, девочки прибавляют весе, в росте. А если это преодолевать? Вот, например, наша, я не побоюсь слова, легендарная Туктамышева. 24 года она продолжает кататься. Здорово!
здорово, она сегодня не принимает участие. Хочется на самом деле продлить жизнь наших спортсменов. Или такие талантливые девчонки у нас есть, да. Очень жалко, например, Юлечку Никитину, да, уже такое будущее было. Раз, ребята, прошла, буквально год, и она закончила. Взять нашу Загиду, где европейская чемпионка, столько можно было еще доказывать, столько можно было показывать. 16 лет, нет, и все. Да, и взять множество девушек. Я знаю, не знаю, что будет происходить сейчас там, в следующем сезоне, закончит или не закончит. Я не исключаю, что мы не закончим. Это плохо. Поэтому я считаю, что это будет как больше долголетия, например, что им больше будет оставаться и идти к своей заветной мечте. Ну и следующий момент я скажу, что там 16 лет, например. Конечно, где 16, это где 20, 24. Это все равно совершенно другое катание. И женское катание, да, возрастное катание. Поэтому я очень рад, что я могу чуть-чуть еще, насколько это критично сейчас делать на спортсмена, который... Это сложнее намного. Это, безусловно, сложнее. Результат надо преодолеть, да. Это надо больше работать, больше остаться в спорте. Конечно, это будет сложнее. Еще раз говорю, когда 15-летняя девчонка там еще не сформировалась, да, можно сказать, и выходит там 20-летняя девушка. Конечно, еще раз говорю, 15-летняя, конечно, сложнее кататься. Как теперь вот строить подготовку? Что это нужно? Слушайте, может, уже пахать надо. Надо пахать, надо следить, надо, конечно, следить за здоровьем, надо следить за диетой, надо следить за каждым индивидуальным, найти подход к каждому индивидуальному спортсмену, каждой девочке, каждому мальчику. Нужно найти все. У нас индивидуальный спорт, нельзя делать под одним ребенком, как говорится, всю команду. Кому-то сегодня нужно покататься, кому-то сегодня нужно сделать паузу. Это все, даже и в командной виды спорта то же самое, да. Кто-то дал больше нагрузки, кто-то меньше. Вот поэтому мы что-то, может быть, и поменяем, может быть, что-то добавим, но еще раз говорю, пахать, еще раз пахать. И давайте к сегодняшнему подытожим. Это такое мероприятие, это великолепное шоу «День России». Столько знаменитых русских. Можете рассказать? Сегодня мы в Краснодаре, у нас идет тур «Союз чемпионов», тур по городам России. Сейчас первая часть у нас как раз заканчивается в Краснодаре на День России, 12 числа. Мы очень счастливы, очень рады, полный зал, поддержка сумасшедшая. Сейчас небольшая будет пауза в 2 недели. Буквально 2 июля у нас в Сочи, мы возвращаемся сюда, на юг, Краснодарский край. 2 июля мы выступаем в Сочи с нашим шоу «Союз чемпионов». Вы знаете, что сейчас наши спортсмены, к сожалению, не могут принимать участие в международных турах. Я сейчас должен быть, у меня подписан контракт с японцами, я должен выступать не буду. Но, к сожалению, попал в санкции, не поехал, точнее, не пригласил, хотя контракт существует, не пригласили. Также мы с европейскими партнерами есть подписанные контракты. Но мы не расчаровались, не расстроились, не опустили руки, не сделали свой по городам России, если там не выступал в нашей стране, ее очень рад. И как вам вот удача зрителей? Наши глубинки, в наши города, в наши регионы. Все великолепно прошло. Во многих городах я вижу сейчас прекрасные площадки. Конечно, хочется больше дворцов, масштабней. У меня выступает и Саша Трусова, и Алена Косторная, и вся наша сборная. И Игнатов, и Алиев, и Кондратюк, то есть и Галида, и Камышева. Это топы нашей страны. Топы нашей страны и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира. Поэтому большая, я считаю, большая честь приходить, большая радость приходить зрителям и смотреть на наших спортсменов. Такой день. Такой день, у нас, видите, такой.
все, я больше не буду вас мучить. Спасибо вам. Спасибо.